Олимпийского огня. Ваши аплодисменты! Уже более 8 миллионов человек стали свидетелями этого яркого, незабываемого праздника. Друзья, кто из вас сегодня уже встречал эстафету на улицах Саранска? Поднимите руки вверх! Громко поаплодируйте сами себе! Спасибо вам за поддержку! Ваша поддержка, тепло ваших сердец очень нужно всем факелоносцам, которые сегодня пронесли пламя Олимпийского огня по улицам своего родного, любимого города! Друзья, мы готовимся к зажжению главной чаши Олимпийского огня на этой сцене. Давайте договоримся, как только наши почетные гости подойдут к чаше, мы все вместе досчитаем до трех и крикнем «Ура!». Давайте порепетируем! Раз, два, три! Ура! Вот это прекрасно! В едином порыве, друзья, мы встречаем финального факелоносца! Громче Саранск! Руки выше! Громче аплодисменты! Канискина Ольга Николаевна! Финальный факелоносец эстафеты в Республике Мордовия приближается к нашей сцене! Известная российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2008 года, первая в истории спортивной ходьбы, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы 2010 года, финальный факелоносец эстафеты в Саранске, Канискина Ольга Николаевна. Приветствую Саранск! Наступает торжественный момент сожжения чаши Олимпийского огня. Считаем все вместе. Раз, два, три! Чаша Олимпийского огня в Саранске зажжена! Представляется главе Республики Мордовия Владимиру Дмитриевичу Волкову. Уважаемые друзья, мы сегодня